гидростроением связана вся жизнь лауреата Ленинской государственной премии Виктора Мартовича Арго. Цветы и добрые пожелания старейшине ленинградских энергомашиностроителей. Многочисленные ученики, товарищи по работе, сердечно поздравили его с 75-летием. Виктор Мартович был в числе первых выпускников ТУЗа при металлическом заводе, а теперь сам профессор этого института. Слесарем на металлическом начинал он свою трудовую биографию. В те годы еще строилась Волховская ГЭС. Станция, намеченная ленинским планом Горгро, положила начало развитию советской энергетики. Потом были Днепрогэс, гидроэлектростанции Волжского каскада, Горьковская, Куйбышевская, Волгоградская. Ученый внес свой творческий вклад в проектирование агрегатов крупнейших в мире Братской Красноярской ГЭС, Саяно-Шушенской имени Владимира Ильича Ленина. Свои знания и богатый творческий опыт Виктор Мартович сейчас передает будущим энергетикам-гидростроителям.